Я не узнал недавно, что у Шаха собака, оказывается, была. Одной из собак была питбуль. Вот. И Шах очень похож на питбуля своей хваткой такой и своей вот этой вот брутальностью. Чем мне нравится? Питбули нравятся мне, они что боевые псы. Питбуль боевой, да. Пес, который цепляет зубами. У которых нету задних скоростей, понимаешь? Тонкий психолог Сермухамедов накануне очередного состязания зачем-то льстил своему командиру. И сглазил. Бультерьер Каратаев ослабил хватку, но не по собственной воле. Синие отстранили его от участия в конкурсе, и капитан команды не смог повлиять на его исход. Я приподнимаю, она не идет туда. Красных подвела нервозность, и особенно демонстрировал ее Хусейн Ферзаули. Да что ж за х**ня такая? Отойди немножко. Куда я тебя отойду? Не спорьте! Да, я доверил вот Хусейну, но не получилось тренировать. Мы за счет этого проиграли. На особое задание Ферзаули отправился с Асемой Искаковой, землячкой. Для обоих уход Асемы из проекта стал невосполнимой утратой. Может быть, даже к лучшему, что я уйду. Сейчас, тем более, я уже не по командно стала, а уже так каждый сам на себя. Сейчас наступает переломный момент в этом всем шоу, реалити-шоу. Сейчас все уже будут сами за себя. То, что игры в коллективизм и взаимовыручку подходят к концу, наглядно иллюстрирует морально-психологический климат в команде «Синю». Орлановцы ведут себя как четверо мушкетеров, словно бы они пережили осаду Ля Рошели, позавтракав под пулями. В том же духе продолжаем. В том же духе тихо, мирно мочим. Да. Это Мореву и Умархаджиеву, возможно, хочется думать, что уход девушек из палатки «Синих» разрешил все психологические проблемы. На самом деле в команде раздрай. Обезоруженный, казалось бы, Осипов представляет реальную угрозу для тандема Хаттабыч-Ленин. И стычки во время инструктажа предыдущего дня тому свидетельство. Все нормально вставлено. Глаза разуй. Геракл. К тому же тестостерон у орлановцев настолько зашкаливает, что огонь конфликта перекинулся уже и на команду противника. Сегодня вас ждет испытание в равной степени тяжелое как физически, так и психологически. Команда «Орлан», накануне вам удалось переломить ситуацию. Но вы в меньшинстве, а значит отступать некуда и снова надо побеждать. Лон, стать лучшими в испытании вам помешало волнение. Для настоящего бойца это недопустимо. Всем удачи в бою и пусть победит сильнейший. Сегодняшний день в проекте, по сути, переломный. Есть большой риск того, что команды могут слиться в одну. В том, конечно, случае, если «Синие» сегодня проиграют. Потому что трое бойцов – это уже не команда, а компания собутыльников. Будем надеяться, что орлановцы это осознают в полной мере. На медне в столовой случился инцидент. Хаттабыч, выражаясь языком тинейджеров, докопался до шамана. Это манера ему вылупить глаза, да, и вот этот голос. Он вот так делает? Фамилия твоя, боец! Вот честно. Вот сегодня я это услышал, наверное, в сотый раз. Как бы «Синих» не подвела их привычная самоуверенность, Умархаджиев, как самый старший по возрасту, не может этого не понимать. Очень скоро мы узнаем, помог ли ритуальный магический танец старому волшебнику. Бойцы, тактика общевойскового боя – это начало подготовки, науки побеждать. Многие элементы вы отрабатывали уже в ходе выполнения заданий. Сегодня вам придется более тщательно отработать все нормативы, которые в дальнейшем пригодятся вам для выполнения конкурсных заданий. Ваш преподаватель – майор Сарсимбаев. Майор Ерлан Сарсимбаев – старший преподаватель кафедры тактики Военного института сухопутных войск. Занятием приступить. На очередном занятии по тактической подготовке команды отрабатывали два учебных вопроса. Способы передвижения на поле боя бегом на максимальной скорости с автоматом в руках и короткими перебежками, а также самоокапывание и маскировку.
Только переднюю часть же надо закрывать, да? Да, маскировка. Группа, встать! На рубеж 10 метров. К бою! Первые минуты Илья Морев сразу проявил себя командиром. Зачем ты прыгаешь туда, а? Отчитал бойца Осипова за то, что тот его подрезал. У него есть такой, он в команде не держится. Он надо вперед, быстрее, ломится. А он забывает, что он в команде. Бежит один вперед куда-то. И забывает, что сзади тоже люди есть, да? Вышка справа! Первый конфуз дня. При отработке команды «Вспышка справа» командир красных перепутал стороны света и упал головой налево. Ну что ж, бывает. Ты неправильно лег. Если я сказал бы слева вспышка, ногами к взрыву, а вы свою голову подставляете. Это называется армейская тупость. Бывают такие заплетания. Становись. Да, я видела, что наш капитан перепутал на тренировке вспышку справа, вспышку слева, упал на другую сторону. Но я думаю, что это просто тренировка. Он прям серьезно не относится к этому на все 100% и не выкладывается на все 100%. Внимание, группа, воздух! Четкое, слаженное выполнение команды «Воздух» обеспечивает выживаемость личного состава в момент внезапного воздушного налета. Когда вспышка слева или вспышка справа говорят, я падаю, естественно, я наедаюсь песка, потому что песок везде, и в глаза, и в нос, и в рот лезет. То есть лежишь, не шевелишься, дышать нечем. Ждешь команду, пока он не скажет вставать. И это все без остановки, кругами, кругами, кругами под солнцем. Сержант, yeah. Группа в вашем распоряжении. Есть. После инструктажа участников особого задания повели на речку. Неужели после непомерных физических нагрузок наших страдальцев ждет релаксация в виде массового купания? Или им все же уготовано очередное серьезное испытание? Совсем скоро мы это узнаем. Бойцы, сегодня на испытании вы будете выполнять упражнения на проверку знаний по общевойсковой тактике и эксплуатации бронетехники. По условиям конкурса вам необходимо преодолеть водное препятствие в пешем порядке. По условиям конкурса команды стартуют одновременно. Перемещаются по песчаному грунту, выполняя команды инструктора. Затем бойцы преодолевают крутой спуск и продолжают путь через заросли камыша к реке. Затем командам предстоит вброд переправиться на другой берег. Там наши участники должны взять бревно и, используя имеющееся снаряжение и соблюдая необходимые меры безопасности, вернуться с ним обратно. Затем участники должны пройти обратный маршрут, конечной целью которого станет условно застрявший в непроходимом грунте танк. С помощью бревна бойцам предстоит осуществить самовытаскивание танка. Победит та команда, которая справится с заданием раньше. Сержант! Я! Yeah. Личный состав в вашем распоряжении. Есть! На первый взгляд, явное преимущество в этом состязании у синих. Ведь команда «Орлан» на данный момент состоит из четверых физически крепких мужчин. Если, конечно, бревно не сделано из папье-маше. Но, как говаривал товарищ Сухов из «Белого солнца пустыни», это вряд ли. Вперед! Марш! Вспышка справа! Налево! Марш-бросок начинается с команды «Вспышка справа». Похоже, нашим участникам сегодня предстоит изрядно поваляться в песке. Бойцы сразу взяли хороший темп и бегут на пределе физических сил, по насыпи, преодолевая преграды в виде кустарников и зарослей камыша. Переправляются через реку, в которой сильное течение. Река коварная, с илистым скользким дном. Там могут быть ямы, и нужно быть очень внимательным. Ой, знаете, там такой адреналин был. Мы бежали там, лишь бы быстрее ее пересечь и все, быстрее бревно взять и обратно.
С первого раза я даже не почувствовала, вода там холодная или теплая, вообще ничего не поняла. Команда «Синих» действовала четко и слаженно, но ровно до того момента, пока не взяли бревно. Как видим, орлановцы первыми подошли к бревну, но вместо того, чтобы ухватиться за него и быстрее нести к реке, двое бойцов зачем-то ждали остальных и потеряли время. Надо привязать по-любому. Если красные хотя бы попытались воспользоваться подручным снаряжением для закрепления груза, то синих канат вообще не заинтересовал. Если бы бойцы использовали страховочный канат, это обезопасило бы их в условиях сильного течения. Но главное, гарантировало доставку груза, а именно бревна в целости и сохранности. Красные допустили ошибку, пошли в камыши, где крутой гребень. Возможно, их просто уносит течение. Во всяком случае, им придется труднее транспортировать бревно в гору. Как же они справятся? А если течение настолько сильное, все ли участники умеют плавать? И вообще, человек, можно сказать, без страха. Ну, плыла бы там, поймали где-нибудь меня там дальше по течению, не знаю. Но страха абсолютно ноль. Я думала только о бревне, потому что сказали, если бревно мы отпустим, и оно уплывет, то уже все, стопроцентный проигрыш. Красные вырвались вперед, а синие, по всей видимости, мало каши ели. Сюда, здесь легче. Но обратите внимание, Осипов фактически один несет бревно. А трое остальных как будто этому даже рады. Никто не хочет напрягаться. Давай. Раз, два, три! Взяли, пошли! Переправа через реку с бревном, похоже, отняла у синих последние силёнки. Давай. Вы держите за бревно! Держу! Эх, сбросить бы Халку и Каже балласт в виде двух неразлучных друзей Морева и Умархаджиева, да гордость не позволяет. Им надо было поделиться на два. Или хотя бы трое. Один всегда должен был свеженький ходить. То есть, как в резерве сопровождать. А они что, четвером встали? Да, они вчетвером. Дистанция между ними полметра. Они измотали себя. Да уж, это вам точно не коммунистический субботник с бревном, где Ленин шествовал в авангарде. Вот я в себе уже понял, короче, все, что связано с песком, мне капец как дается. Вот песок и ползать, да? Песок и ползать для меня вообще жесть. Но почему же то, что для Морева капец и жесть, для красных как будто вполне привычное занятие? Раз! Раз! Шолгенбай Каратаев дает простые, четкие команды. У него даже не сбивается дыхание, при том, что основная нагрузка лежит на нем. А между тем, судейская коллегия по достоинству оценила правильно выбранную тактику красных. Каратаев ведущий, Ферзаули ведомый. А те посередине устроились и грамотно передвигались. И самое главное, они правильно распределили. Две девчонки там, ну, две сестры. Они налегке шли, потому что их задача была привязать бревна. Ну, я сама ростом маленькая, и так, и каской вот так, и, ну, не знаю, всеми способами старалась, ну, помочь пацанам, потому что, ну, для чего я буду просто так идти, что ли, бежать? Думаю, надо хоть как-то, но надо помогать. И раз, и два, на плечо! Слышно, справа! Помоги! Давай! Погнал, как девчонка. Держите, пацаны, упал! Синие поменяли тактику, и теперь замыкающий в шеренге не Осипов, а командир Морев. У Ленина нога застряла там в чем-то. И он стал кричать: все, я выдохся. Мужики, ну поднажмите, у вас четыре мужчины сильных. Что ж вы в этом песке-то застреваете?
Давай, давай, давай! Может быть, волк-одиночка Халк все-таки не совладает со своей яростью и выгонит остальных горе-помощников. Зачем они вообще нужны, если он один в состоянии вытащить бревно? Быстрее! На раз взяли! И раз, и два, на плечо! Давай, бегом! Опять звучит команда «Вспышка справа». Красный выполняет ее правильно, но все же едва не зашибли своего товарища бревном. Дальше, дальше! Это только так говорится и кажется, будто нецензурные ругательства прибавляют сил. Вспышка справа! Синие как будто бы ждали удобного момента. Скинули груз на Осипова и при этом чудом его не покалечили. Стали, стали, стали! Подняли! И раз! И два! Стопа! Даже так, да! Красные первыми подошли к танку и довольно умело набрасывают восьмеркой на гусеницу металлический трос. И вот тут-то как раз пригодились сильные качества шамана. Понимай, понимай. Он отличный стратег, и в тех случаях, когда нужно поработать головой, Сермухамедов незаменим. Это, пожалуй, самый опасный момент конкурса. Руку убери левую! Одно неверное движение – можно остаться без пальцев. Я видела, что мы уже выигрываем, то есть уже все установили. Но я думаю, а вдруг, если тросик отлетит, один друг скажет, что все заново давайте или не засчитает. Да, пойдем, Стас, давай, стой! У них все сразу получилось. Но когда он проехал, мне прям, ух, все. Убедительная, сокрушительная победа. Победа наша! Раз, два! А мы не слабаки, да? Пока красные обнимаются и выражают коллективный восторг, синие все возятся с бревном, и никак не получается у них его закрепить под гусеницу. Невооруженным глазом видно, что их нервы на пределе. И все-таки надо отдать им должное. Понимают, что проиграли, но не сдаются и борются до конца, чтобы не потерять лицо. Если была бы где-нибудь возможность спрятаться от всех, я бы спрятался и не выходил бы оттуда. Мне очень стыдно, потому что 4 здоровых парня не могли перетащить. Да, вот я косячник, а конкретный. Мы начали нормально. Но так как у нас капитан команды Морев, у него что-то отказало, нога, то ли легкие, за это мы его провалили. Интересно, как господин Морев будет смотреть в глаза своим товарищам. Совершенно очевидно, что сегодняшний проигрыш в первую очередь – проигрыш капитана. Как ни странно, Илья пытается, что называется, перевести стрелки, объясняя поражение своей команды какими-то иными факторами, нежели человеческим. Я думаю, что наше бревно было тяжелее, но... Ох, лукавите, батенька, ох, лукавите. Или совсем память отшибла? Синие, напомним, первыми добрались до бревна и сами выбрали себе ношу. О какой подставе тут можно говорить? А еще боец считает, что кто-то в его команде является кротом и намеренно дестабилизирует обстановку. В принципе, подозрение давно было. Я думаю, что кто-то из нас сливает команду. Мне очень сейчас стыдно. Да, я зол больше на Ленина. Стонал, как девчонка. У нас в казахах говорят намаз. Это честь. По-моему, у него нет этого. Как ни прискорбно, дальнейшая судьба команды «Орлан» оказалась подвешенной на волоске. Судьи даже не смогли сдержать эмоции и скрыть досады от того, что они сегодня наблюдали. Я предлагаю поступить кардинально. Расформировать команду синих и отправить их домой. 4 здоровых лба, 1 бревно и не смогли справиться. Ну, отправить, отправить. Значит, такова воля Всевышнего. Итак, результаты сегодняшнего испытания очевидны.
С большим преимуществом во времени победу одержала команда красных. И сегодня мы, пожалуй, присутствовали на одной из самых красивых ваших побед. Мы вами очень гордимся и поздравляем. Мы все стали грязными, везде был песок, и под костюмом, и снаружи, в принципе, и уже в башмаках тоже. Но это не беда. Главное, что мы победили, мы смогли справиться с этой задачей. Мы реально настроились на победу. У нас были реальные планы, как это все можно сделать. Мы, опять же, реально очень грамотно тактически расставили игроков по ролям. И, собственно, за счет этого победили. Итак, по результатам этого испытания лучшим бойцом признан Каратаев Шалгамбай. Боец Каратаев, для вручения флага ко мне. У меня сегодня такого сомнения не было, что мы сегодня проиграем. Поздравляем. Я рад, спасибо, что у меня такая команда. Поздравляю. Дружу Республики Казахстан. Встать в строй. Команда синих. Во время переправы вы выглядели немощно и беспомощно. Вы команда лузеров. Разберитесь и найдите причину ваших постоянных поражений. Или собирайте вещи и езжайте домой. Слышать такие жестокие оценки от военного – обидно, стыдно, горько. Синим предстоит серьезный разговор, и хорошо, если все обойдется только словами. Смогут ли парни честно, глядя друг другу в глаза, признать свои ошибки или начнут валить все друг на друга? Кожа первый, да, ты прибежал к бревну? Кожа ждал, да, к дереву, да, подбежал, ты с веревкой бежал последний. Да. Ну, выбрали, короче. Сами, короче. Какой выбрали такой? Мы первые вообще к бревну прибежали? Да, Кожа там уже прибежал, первый прибежал. Базара нет. Но девчонки, по-моему, вообще к бревну, блин, не подходили. Этого они там остались. Они просто через реку сделали, и все, правильно, нормально. Они там остались, да, у реки. А мы почему-то, блин, решили все за бревно взяться. Ну, короче, мы падали, как эти, блин, кегли, блин, с ним. В этом разборе полетов, где опять говорилось обо всем, кроме главного, не принимал участия только один человек. Но каким же красноречивым и выразительным был взгляд бойца Осипова на своего командира. Складывалось впечатление, что только присутствие телекамер останавливало Халка от рукопашного боя. Короче, продули. Да, ну вообще, короче, это нифига не легкое занятие, я вам скажу, да? Со стороны это главного не разумеет. Тот, да, кто бревна не носил. Я бревна не носил. Тот, короче, со стороны не поймет, как это. Да, каково тем более оно. Через реку там, блин, столько сил тратить. Так, у нас 5 человек, у них 4. Сильные, крепкие вроде парни, да. А у нас, помимо парней, 2 еще девчонки, да. И мы еще их перегнали, и не просто перегнали, мы оторвались от них. Я не знаю, это ежу видно, что там нету никого подсюда. Да. Это, мне кажется, знаете, уже говорят от отчаяния. Ой, блин, все. У тебя вообще ощущение было, что это все очень быстро случилось. Да, кстати. Что-то как-то то есть, реально, раз, и все. Время очень быстро пролетело, и никто не успел испугаться, и... То есть я все время искал синих, вот, ну, боковым зрением периферийным, я все время там оглядывался и искал синих, я их не видел. Это как будто было так. Это базар жоп называется. Мавалий и наш казахстанский Хайрат поставили. Да, да, как я вам говорил. Хайрат порвал Мавалий. Радость красных омрачалась только одним. Замаячила перспектива объединения команд. И каждый поневоле задумался о завтрашнем дне. Объединят нас, к примеру, с синими, да? Вроде объединение, но все равно, мне кажется, будем гасить их. До конца. Я так думаю. Не, ну честно. Мы уже привыкли к друг другу фактически. Да. Бойцы особого задания. Каждый раз, выступая в бой, пусть даже условный, вы должны понимать, что сотни людей мечтают оказаться в строю на вашем месте. И они должны понимать, что именно вы, а не кто другой, достойны участия в нашем проекте. Сегодня отчетное звание бойцов особого задания подтвердила команда красных. Улан, спасибо вам за мужество и бесстрашие. Боец Каратаев, для торжественного поднятия флага, флагштоку бегом, марш! Еще один звездный час Шалгымбая Каратаева. Напомним, вчера он был отстранен от командования во время конкурса. И, как сам признался, поставил не на того бойца.
Весь день, по словам товарищей, ходил хмурый и сосредоточенный. И вот, сатисфакция. Команда Улан, напряву. Расположение бегом. Марш. Заслуженная победа и искренняя радость на лицах улановцев. Наверное, никогда еще так не улыбался Алихан Сермухамедов. Он проявил себя отличным стратегом в этом бою. Команда «Орлан», ваше выполнение учебно-боевой задачи сегодня было возмутительным. Это был позорный провал. Вы выглядели вялыми и беспомощными, как потерянное стадо. Сегодняшнее испытание вы проиграли девушкам. А на голосовании придется вам свести счеты с друг другом. И я советую это делать достаточно жестко. Напоминаю, иммунитетов у вас сегодня нет. Итак, переходим к голосованию. Боец Канатбаев. Я. К голосованию приступить. Есть. Даже индифферентный Канатбаев сегодня вышел из себя и выплеснул весь свой гнев на нерадивого командира. На сегодняшнем испытании боец Морев не показал себя как капитан. За этого я за него проголосовал. Боец Морев, к голосованию приступить. Тут к бабке не ходи. Жетон украсит фотографическую шею основного конкурента. Боец Осипов, я считаю, не командный игрок. Боец Осипов, к голосованию приступить. Я проголосовал за бойца Морева, потому что считаю его слабым звеном в команде. И боец Мархаджиев. Ваша очередь проголосовать. Ну вот, спустили на Халка всех собак. Поистине, псовая охота. Я хотел сам вызвать Халка на дуэль. Но ситуация сложилась так, что, видимо, ему придется биться с Моревым. По всему видно, это был нелегкий для вас выбор, но вы его сделали, и ничего уже изменить нельзя. Боец Осипов. Я. Yeah. Боец Морев. Я. Yeah. Выйти из строя на 5 шагов. Я не знаю, какое будет испытание, но честно, хотел бы, чтобы была завтра рукопашка. Это телепроект, тут нельзя руки распускать. Ну и сдерживаешься, гасишь это себе. А тут оправдываться уже нечего, да? Блин, у меня даже просто слов нет. Я даже не знаю, как я сейчас усну. А я не усну. Не знаю, мне как-то, короче, не по себе, нехорошо даже. Ну, короче... Блин, очень сильно, короче, себя виноватым чувствую. Прям конкретнее виноватым чувствую. Судя по последним испытаниям, вы не будете большой утратой для своей команды. Но, тем не менее, завтра при выполнении особого задания у каждого из вас будет единственный шанс, а может быть даже и последний, доказать обратное и реабилитироваться в глазах своих сослуживцев. Я желаю вам удачи и увидимся на особом задании. Встать в строй. Есть. Подведем итог. Для команды «Красных» поражение в предыдущем испытании стало уроком и даже пошло на пользу. Улановцы сконцентрировались и показали высокий класс. А «Синих», как мы и предполагали, подвела самоуверенность. На результат повлияли также и межличностные отношения. Остается выяснить, кто же на следующее утро будет признан слабым звеном. Осипов или Морев? Стадо баранов. Жестко, вот, да, назвали. Завтра будет все по-другому. Жалко, кого-то завтра уже не будет. Все, господа, спокойной ночи! Лаина! Отбой! За ночь мой гнев не прошел. Ну, нельзя так просто делать, как он сделал. Физики Халк намного меня превосходит.
И пусть не дрогнет рука сильнейшего. Удачи вам, бойцы. Взвод, подъем! Куда, куда вы удалились весны моей золотые дни? Словно Ленский, предчувствовавший скорую гибель, мрачный Халк проводит утро в тоске. Падет ли он стрелой пронзенный, или мимо пролетит она, это уже не столь важно. Все равно в команде Азаджан Осипов одинокий волк. Да и вряд ли команду спасет даже сегодняшняя победа одного из бойцов. За ночь мой гнев не прошел. Ну как? Так, нормально, но все равно. Ну, у меня есть чувство стыда за вчерашний конкурс, который мы проиграли из-за него. И нельзя так просто делать, как он сделал. Боец Морев, по его словам, сегодня впервые выспался под двумя одеялами. Ну, вообще о многом думал, а в основном думал о своем косяке, который был у меня вот с этим бревном дёрнутым. Ну, так потом точки поставил, то что назад не стоит возвращаться 10 раз, а вперед, вперед, вперед. Единственное, что по-настоящему беспокоит дуэлянтов накануне сражения, какие условия предложат им судьи. Если будем стрелять с АКСов или с СВД, ну, не знаю. А если будем стрелять с гаубицы или с АГСа, или с этой, с шайтан трубы, ну, с мухи, там уже как, кому как повезет. Если, конечно, физически будет какой-нибудь там конкурс, то тут, конечно, надо будет чуть-чуть поволноваться, потому что в физике Халк намного меня превосходит. Это не секрет ни для кого. Вот. А если не физически, не физика будет, да, там, а тактика или точность, то я тут не переживаю. Бойцы, сегодня у вас тяжелый день. Проект приближается к финалу, претендентов на главный приз становится меньше, поэтому покинуть проект именно сейчас особенно горько и досадно. Но, тем не менее, кому-то из вас придется это сегодня сделать. Кому решит исход поединка. На выполнение особого задания вы вооружены пулеметами ПКМ. Цель на поражение бойца Осипова – шары красного цвета, бойца Морева – синего. Задача – поразить все свои цели быстрее соперника. И пусть не дрогнет рука сильнейшего. Удачи вам, бойцы. А в это время секунданты по обыкновению делают ставки. Приступить! Кому из двоих дуэлянтов сегодня повезет, а кто отправится в увольнительную без права на возвращение? Если Халк вернется, то посмотрим. Если даже Ленин вернется, я буду рад. Я еще там всем сказал, говорю, ставьте на меня, хочу с Халком сразиться. Он реальный боец, воин, все это. Ну, человеческие они такие у него спорные очень. У Ленина наоборот, совершенно наоборот. То есть, как боец, он, видимо, еще не сформировался, а как человек, мне очень нравится. Внимание! На рубеже открытия огня! Бою! Модернизированный вариант пулемета Калашникова в советской армии был принят на вооружение в 1969 году под обозначением ПКМ. ПКМ вошел в число лучших пулеметов по сочетанию надежности, высокой боевой эффективности, боеготовности. Боец Осипов, бой готов. Левый огонь! Осипов первым доложил о готовности к бою. Морев несколько замешкался. Боец Морев, бой готов. Правый огонь! Но едва ли это скажется на результате. Он прекрасный стрелок. Напомним, в одном из предыдущих конкурсов Морев в буквальном смысле спас свою команду и предотвратил поражение. Я стрелял 30 секунд назад, и вы спрашиваете. Я, короче, не знаю, это надо чуть попозже. Стреляем, конечно, мы отменно. Не могу говорить пока. Слово о том, какой меткий стрелок Илья Морев, телезрители помнят еще по первым программам, когда на кастинге Ленин сразил судей тем,
как красиво и технично продырявил из воздушки логотип особого задания. Каждого бойца в ленте по 200 патронов. На выполнение задания Осипову и Мореву было отведено 5 минут. Две минуты прошло. Окей. Первым стрельбу закончил боец Осипов. Разряд левый. Боец Море, стрельбу закончил. Разряжай оружие, космотр. Ленту. Для осмотра цели. Шагом. Марш. Туда зайдем, можем посчитать красный, обратно синий. 5. 18. 20. 23. 23, правильно? Раз, два, три, четыре. Кругом. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Правильно? Да. Сегодня была настоящая мужская схватка. А у одного из вас красивая победа. Боец Морев. Я. Вы поразили на 8 мишеней больше, чем ваш соперник. Дуэль прошел классно, мне понравилось. Постреляли с пулеметов. Пулемет Калашникова такой, отличная вещь. С Халком сидели, до начала обалдели, прикалывались. Отстрелялись, пошли шарики считать, посчитали. 12, 13, 14, 15. Правильно? Да. Халк. Пацан. 23, 15. Рядовой Море выиграл. Боец Море. Поздравляю вас! Спасибо. Вы можете гордиться собой. Встать в строй. Ну вот и все. Ленин всегда живой, Ленин всегда с тобой, Хаттабыч. Можешь плясать хачучу. Боец Осипов. Я. Вы сегодня на испытании были очень целеустремленны и боролись достойно. Но тем не менее, ваш соперник оказался немного сильнее. Поэтому вы должны пройти в палатку и собрать свои вещи. Ему везет сегодня. Удача на его стороне. Потому что я одним выстрелом сбил свою мишень и за ней его 4. Ну ничего страшного. Жизнь продолжается. Дуэль была нетрудной. Просто чуть-чуть не рассчитал траекторию полета пули. Надо было немного сдвинуться. Как мне подошел старший лейтенант и сказал, что когда я сбил свою мишень, я поразил ряд мишеней своего противника. Заджан Осипов – один из наиболее подготовленных бойцов особого задания, ведь он разведчик, служил в ГРУ. Его даже приглашали в королевский английский полк, но из чувства патриотизма Заджан остался на родине. На кастинге, как и все силачи, поднимал штангу. Правда, жим лежа с весом 110 килограммов дался ему с трудом. Зато Азаджан согласился помогать Анжелике Десяткиной, которая показывала приемы самообороны. Везде они ждали своей очереди и крепко сдружились. На полигоне Осипов не показал высокий результат при прохождении 100-метровки и оказался в команде «Черный». Но после успешного выполнения упражнения на брусьях получил второй шанс и попал в команду «Синий». Как самый опытный участник, был единодушно избран командиром. В первом же испытании танковая полоса, Халк проявил себя. Ложился в огонь и подставлял товарищам спину. При этом едва не обгорел.
На огненно-штурмовой полосе тащил Сабину Джамбакиеву в ОЗК. Героем в глазах орлановцев перестал быть после того, как создал коалицию. Или, по характеристике его оппонента Умар Хаджиева, гарем. Халк пытался всеми силами уберечь девочек от вылета из проекта. Но в какой-то момент позабыл о принципах и ошибся в расчетах. Его подружки ушли одна за другой. После чего Осипов был смещен с позиции командира и ожесточился. Хотя в своем последнем командном конкурсе фактически нес на себе не только бревно, но и немощных товарищей. А последние с легким сердцем слили неудобного экс-командира. За девчонок тоже обидно, что не дошли. Девчонки физически слабее, но психологически гораздо сильнее его. Прежде чем навсегда покинуть проект, вы можете подойти к своим товарищам и пожать им руку. Хотел заматериться, честно сказать. Внутри это и было. Вот. Какого он не выиграл. Вот теперь. Считайте, с той пятерочки друзей остался только я. Ну, как я, Халк, Асим, Анжелик, как и Юля. Очень жаль, конечно. Больше нечего добавить. Слов нет. Первым делом куплю арбуз и пойду к Юле в гости, если она еще здесь. Получу от нее по шее. Это однозначно. Ну, ничего страшного. Сегодня в вашем лице мы потеряли по-настоящему сильного, подготовленного бойца. Но таковы правила проекта. Здесь остаются лучшие. Удачи вам! Спасибо. Уходил Халк с гордо поднятой головой, хотя и без аплодисментов. Супер, что-то новенькое теперь будет, да? Если кто-то из колонны вышел на мини взорваться нахер! Я не думаю, что все будут такие добрые и пушистые. Я сказал, колонны по одному за мной стали. Не надо орать! Я говорю, я ничего не знаю, выкинусь с проекта, но я тебе морду снесу. Они четко видят свою цель и уже выбрали оружие. Над кем будет сведен курок в следующий раз? Это игра на поражение в самом захватывающем реалити-шоу. Особое задание на КТК. Не пропустите. До встречи. Ты никогда не узнаешь заранее, какое тебе снова придумают испытание. Но жизнь его придумает, даже не сомневайся. Поэтому лучше не расслабляйся. Испытание бывает навалится, как камень. Так что не справишься мягкими руками. Не помогут ни нытье, ни уважительная причина. Просто стисни зубы и будь мужчиной. Жизнь прожить, как поле перейти. Поле, где кругом зарыть. Задание остаться. В жизни есть особое задание остаться собой.